это его личное мнение, я с ним не согласен, но я не готов тут комментировать выступления каких-то отдельных экспертов. Ну, бог с ним, мало ли кто что говорит. Я не знаю, разжигание этой эмоциональной розни. Может, у него какой-нибудь, я не знаю, может, его обидел кто-нибудь из армян когда-нибудь. Черт его знает, какие у него мотивы. Ну, настолько мелкий вопрос, что, ну, я не знаю, Коротченко, Иванов, Петров, Сидоров, ну, мало ли кто что скажет. Но я должен комментировать там, что сказал Коротченко. Ну, честное слово, я считаю, что это ты его достоин. Я вообще против разжигания, вообще я не комментирую никакие вот межнациональные конфликты. Это моя принципиальная позиция.